Париж скоро станет первой европейской столицей, которая не будет предоставлять в аренду электрические самокаты. На референдуме, созванном городским советом, парижане решили запретить их использование. Правда, в голосовании приняли участие всего 7,5% жителей. Результаты референдума напрямую затронули работу трех компаний, которые предоставляют самокаты в прокат. Они выразили сожаление, что при столь низкой явке голоса участников опроса смогут полностью закрыть их бизнес. Компании отмечают, что решение негативно скажется на движении в городе и на 800 сотрудниках этих компаний. На улицах Парижа мнения разделились. Voilà, donc je trouve dommage parce qu'il y a un vrai, ça répond à un vrai besoin. Les gens sont très contents, mais j'espère qu'ils vont pas interdire, mais simplement qu'ils vont mettre en place une réglementation avec une meilleure organisation. Il y a énormément d'accidents. Les gens ne maîtrisent pas du tout la conduite. Ils sont à plusieurs sur la trottinette. C'est hyper dangereux. Et voir ces trottinettes par terre régulièrement partout, voilà. Pour toutes ces bonnes raisons, je suis très contente que tout le monde ait voté contre, en fait, 90%. Несмотря на очевидную пользу от электросамокатов, эти индивидуальные средства городского транспорта пользуются очень плохой репутацией в Париже и других французских городах с момента их хаотичного появления на рынке около 5 лет назад.